А мы уже готовы назвать имя и фамилию победителя нашего фотомарафона. Покажем сейчас фотографию победителя. Вот. Но почему? Сейчас объясним. Потому что уж очень вкусно здесь вот как-то тянется сыр. Это знаете, как вот мыльные пузыри, когда надувать, например, мы предлагаем, и вот самый большой, который вот-вот лопнет, но не лопнул, и вот там тоже, понимаете, вот он растянулся, вот-вот разорвется, но не разорвалось. Кристина Толстуха у нас победила сегодня. Увидим мы или не увидим фотографию победительницы. Тем не менее, мы вас, Кристина, поздравляем. А, это она и есть, кстати, на фотографии. Вот она. Ой, малышка, молодец. И наш редактор свяжется и расскажет, как сможешь забрать подарок от Доброй Раницы Беларуси. Поздравляем, друзья. Осталось сказать вам только, что сегодня пятница, хороший, жаркий день. Поэтому насладитесь им. Наверное, в жизни не так много бывает хороших, теплых, приятных, жарких дней, потому что еще и зима. И зима еще есть у нас. Вот. Это будет хороший морозный день. Но об этом мы расскажем в нашей следующей передаче. Прощаемся до понедельника. Всего доброго. Пока. Каким бывает счастье, делить его с тобой. Жила была девочка, самые чистые косы.